На территории Джума-мечети Махачкалы состоялся один из последних коллективных ифтаров. Шатер Рамадана 29-го дня священного месяца профинансировал депутат Госдумы Абдухаким Гаджиев. Мероприятие своим присутствием посетил муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди. Чтение аятов священного Корана, нашиды и проповеди богословов украсили мероприятие. Присутствующим также обратились и представители власти. Я хочу пожелать самое главное – это здоровье, это парахата, на душе спокойствие всем. И, конечно же, как меня недавно обозначили, что действительно были и дороги у нас хорошие, и мосты новые. Да, это тоже у нас очень огромное парахатное благое дело. И мы всегда готовы ко всем просьбам, поручениям. Всем желаю всего доброго, всего самого хорошего. Спасибо. Пошла очень хорошая традиция, значит, вот порядочных ребят, вот такие большие ифтары проводить для того, чтобы собрать, объединить умму нашу дагестанскую. И сегодняшнее, значит, в лице Абдухакима Кутбудиновича, депутата Государственной Думы, значит, это особо приятно. Потому что объединил столько замечательных людей сегодня, сколько студентов вы были, видели здесь, молодежи, в общем, и, значит, пришли поддержать, в общем, это очень дорого, это хорошая традиция, и это нужно делать, в общем. В коллективном разговении принял участие около 4000 человек. Среди них не только представители ислама, но и других религий. Шатер Рамадана на этот раз также посетили туристы из Ростовской области. Ну, я удивлена была, но мы не собирались кушать. Ну, как-то так получилось. Муж говорит, я говорю, давай хотя бы попробуем местный. И так он подошел, чтобы хотя бы один плов взять нам на двоих попробовать. А нас прям без очереди его как бы накормили и меня посадили. Хотя, смотрю, других женщин нет, мне как-то неловко немножко. Ну, и как вам? Вот, нам все-таки, ну, очень все вкусно вообще. Такого плова волшебного никогда не ела. И чтоб так это от души, и вот, ну, сидим, общаемся, атмосфера, такие все дружелюбные, очень приятно на самом деле. Очень хорошая атмосфера, люди очень хорошие, дружелюбные. Мы когда шли, искали место, мы не знали где, у девушки у одной спросили, она, пойдемте, я вас проведу, я вас доведу, я почти туда же иду. То есть она нам, хотя она быстрее шла, она останавливалась, вот вам сюда, ну, то есть направила, то есть. Ну, очень располагает. Священный Рамадан подходит к концу. На протяжении всего месяца благотворительный фонд «Инсан» организовывал здесь коллективные ифтары и сухуры. За этот период только на территории Джума-мечети Махачкалы было распределено около 150 тысяч порций плова. Мы видим, как шатер Рамадана объединяет. Люди разных слоев, разных сфер деятельности принимают участие. И, конечно же, обычный простой народ, который жертвует от 1 и выше рублей. Конечно же, хочется всех поблагодарить, всех тех людей, которые на протяжении всего этого месяца принимали участие в организации шатра Рамадана. Пусть Всевышний Аллах примет их милостынь, их пожертвования, и оно станет определенным щитом обережения от бед, несчастья и причиной счастья на этом и на том свете. Хамз Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Долгасанов, телеканал ННТ, Махачкала.